Судіо ведучі Олег Борисов та Діма Білавров. Це програма, яка не тільки аналітична, але й серйозна, набагато більш серйозна, ніж Київ Моїнг Шоу, який ми провадимо з 8 по 10.30. А от від зараз ми будемо обговорювати важливі речі, цікаві. Долучайтеся, будь ласка, до нашого ефіру. Наш номер Viber 098 009 98 98. Також можете долучатися онлайн, фактично. Можете телефонувати у нашу студію за телефоном 044 33 30 98. ну що ж, друзі, я нагадаю, що ми при цьому прямому ефірі, окрім телеканалу Київ та Київ ЕФМ на хвилі 98. Підписуйтесь на наш Ютуб канал Київ ЕФЕМ. І е, так само так само хочу перед тим, закликати ще раз наших слухачів писати свої повідомлення. Чому тому, що дуже важливо багато важливих тем сьогодні буде порушуватися, зокрема, трошечки проговоримо про коронавірус, тому що у нас у студії депутат Київради від фракції ЄС, і так само проговоримо про забудови це. Це дуже актуальна тема на сьогодні. Ми зазвичай в на радіостанції Києва ФМ заслуховуємо абсолютно всі думки. Ми заслуховуємо і активістів, забудовників, представників влади, тому що якщо є конфлікт. То в конфлікті завжди мають е, вирішені конфлікту, мають брати участь усі, абсолютно спікери. І так, готові вже привітати в нашій студії. Це Ігор Баленко, депутат ради фракції ЄС. Вітаємо вас. Доброго вам дня добрий день Да, спасибо за те, що пригласили. На. і перед тим як розпочати розмову. Е, нагадую, що про свої актуальні питання, свої е, е, взагалі, коментарі можете надсилати на наш студійний вайбер 098 009 98 98. Лінії вже відкриті, Відкриті можете. Починати писати, ну що ж, розпочнемо розмову щодо коронавірусу, пане Ігоре, Ми ставимо питання абсолютно всім, однакове представникам влади, признакам різних фракцій маємо зараз невтішні статистики щодо захворювання на коронавірус. Маємо кризу по всьому світові Що робить київська влада для того, аби забезпечити нормальний захист медикам, нормальні надбавки медикам? И, возможно, идем о выделении дополнительных коштов на борьбу с коронавирусной кризой. Ну, это хороший вопрос, да, очень хороший вопрос, который нужно постоянно, действительно, сейчас волнует весь мир, но а каждое, каждое государство пошло своим путем, да, и вот я прочитал вчера буквально, что пенсионный фонд написал, что, по-моему, 4 миллиарда гривен было потеряно в связи с тем, что э, что были, дата, были льготы сделаны э, частным предпринимателям для поддержки бизнеса, да, и это очень большие деньги, и очень большие деньги, которые не попали в пенсионный фонд. Э, ну и также дальше продолжается коронавирус. И я думаю, что тут вопрос даже не просто к киевской власти, тут вопрос ко всей власти. Э, и многие страны сделали уже большой вклад в свою, как Израиль, как Британия которые уже за месяц уже будут провакцинированы все абсолютно люди, жители этих стран. И, естественно, они начнут выходить на работу, они начнут создавать валовый продукт и начнут дальше работать. И, и производить им не нужны будут дотации. Те, которые производятся сейчас везде во всем мире, и мы это знаем, там, где не успевают страны, решать вопрос с коронавирусом путем закупки вакцины. И если бы представить себе, что мы сегодня купили бы на 4 миллиарда гривен, нашли бы в бюджете и купили в стране 4 миллиарда на 4 миллиарда гривен вакцины, я думаю, что вакцинация была бы очень быстрой. И мы уже провакцинировали, может быть, 10, 20 или 30 процентов населения. Поэтому это такой вопрос, который волнует не только, наверное, в городе да действительно у нас в городе это, это волнующий вопрос и город все время рассматриваем вопросы связанные с тем чтобы как бы самим купить эту вакцину но это очень тяжелый процесс это решение все таки минздрава больше чем городских властей Мы ну, как бы, даже если город находит эти деньги для вакцинации, и, для, и этот, нужно проходить большие процедуры для того, чтобы принять эту вакцину или другую, или каким-то другим путем а, получить данную ситуацию. Поэтому для города, город, ну, а то, что мы знаем, что это делается, естественно, максимальные вопросы, связанные с тем, чтобы закрывать какие на, на локдаун, закрывать какие-то зоны, и город сегодня находится в очень плохом состоянии в плане коронавируса и максимально что, что можно сделать это ограничить какие то вопросы и опять же мы ограничиваем вопросы бизнеса получаем недополучение, недополучение в бюджет денег и в то же время потом не знаем где эти деньги взять и действительно это пострадали не только не только городская, городской бюджет но и пострадал и бюджет страны и тут нужно на большом уровне решать этот вопрос находить очень быстро деньги очень быстро эти миллиарды, миллиарды, чтобы потом их обратно вернуть. Потому что иначе, иначе дальше происходит коллапс. Мы недополучаем ни в пенсионный фонд, мы недополучаем заработные платы, недополучают люди свои доходы. И мы, естественно, все находимся в состоянии кризиса. Поэтому этот кризис, мое мнение, это чисто мое мнение, может быть, есть другие мнения в этом самом, решение только одно. С любой части бюджета достать деньги и закупить вакцину, чтобы провакцинировать все население. Ну, не, не все, естественно, те, кто не согласятся, они не будут не будут вакцинироваться но но я думаю что большинство большинство населения согласится потому что уже пройдены такие этапы во многих странах и результаты показали достаточно высокие и нет таких осложнений, о которых говорили раньше. А если какие-то осложнения возникают, мы знаем каких-то несколько случаев, на любое лекарство, которое мы принимаем, доктор у вас спрашивает, нет ли у вас аллергии или что-то другое. Поэтому у каждого человека может возникнуть аллергия на любое лекарство, которое он принимает. Поэтому вот это очень маленький процент. І, в общем-то, я думаю, що це краще, ніж тот процент, який ми смертей від коронавірус, пане його хотів би поставити поточпоточную запитання. Які помилки влади, можливо, місцевою, можливо, центральною, ви б сказали, є основними, які б ви виправили у боротьбі з коронавірусом. Ну на моє міння, ж я сказав, що я б взяв би знав би, би бюджет в будь-якому випадку зняв би з любих. статей на время и закупил бы к, к, вакцину. Потому что без этого мы теряем намного больше денег, чем мы, его, чем мы и, и намного больше э, жизней теряем, э, смертей наших, наших э, украинцев намного больше чем, чем деньги которые нужно выделить и может быть какой то бюджет бы пострадал бы и какое то время мы не строили дороги или не делали бы какую нибудь другую, другую сферу в которой бы э, нужно было бы действительно тоже делать но в то же время это важный вопрос Вчора у нас в ефірі депутатка Київради від слуги народу, вона ж і в бюджетній комісії є заступник цею, і вона сказала, що будуть виділятися додаткові і вже виділяються надбавки медикам різних ланок від 3 до 5 тисяч гривень щомісяця. Чи є чи йде мова про те, аби збільшити видатки? Тому що ви прекрасно знаєте, що наші медики зараз це як воїни на передовій борються з коронавірусом. Чи є можливість? И у планах выделение больше надбавок медикам. Ну да, такая, ну, это не то, что ну, нужно ли выделить. Это нужно сделать, так как действительно медики находятся на передовой. Но опять же, это не решает их вопроса от того, что они получат чуть больше денег, их вопроса здоровья, их вопроса, от вопрос того, что они будут защищены этими деньгами против коронавируса, и они не погибнут в случае, находясь на передовой, да, потому что это целый фронт, это не является. Тут вопрос же стоит совершенно в другой плоскости. Надо быстро защитить здоровье людей, а не, а, а не дать им... Да, действительно, киевские власти, мы все время об этом оговариваем и будем это делать, но это всего лишь психологический момент. Получив больше денег, человек думает, что он, он защитился от чего-то, может быть. Ну, ему больше уважения проявили. Но в данный момент надо совершенно по-другому подходить к этому вопросу. Дякую вам за це. До сьогодні дуже важливої теми переходимо безпосередньо щодо генерального плану міста. Це другий блок нашої розмови, тому що насправді дуже багато суперечок навколо нього коїться. Ну, по-перше, активісти і експерти вважають, що його затягують. Чому спеціально. спеціально чому? Бо деякі кажуть про те, що там хочуть легалізувати деякі забудови, інші кажуть, що немає там політичної волі і так далі. Позиция ваша особиста, як депутата Киеврады, и позиция фракции вашей в ЕС, генплану до а, Ну, смотрите, я думаю, за позицию фракции я могу сказать, что действительно позиция фракции, что все, фракция хочет побыстрее, чтобы был принят генплан. А э, это однозначно, и потому что есть много, очень много спекуляций на эту тему. Да? И когда он будет принят, как, допустим, в Грузии или в каких-то развитых, уже развивающихся, правильно, странах, что я в Грузии очень часто бываю, знаю, что там все прописано, даже до того, какой дом, какой величины стоит, и какие объемы, и что должно быть построено в генплане. Это поэтому э, тогда спекуляции все уйдут с, с, с этим вопросом вообще и будет очень просто работать и тем же и властям и, и, и тем же строителям или другим каким-то организациям, бизнесменам, но моя э, 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 и я знаю, что в генплан был готов еще и хотели принять еще в прошлом созыве. Но, к сожалению, каждый раз мы имеем такое сопротивление, как, ну, может быть, правильной активности граждан, может, неправильной, но всегда есть разные мнения, да, мнения абсолютно разные, и большинство этих мнений нужно учитывать. Если же, и в данный момент знаю, что даже в суд подали на этот генплан, запретить суду Судом, чтобы и суд принял к рассмотрению э, первой инстанции о том, чтобы запретить вообще рассматривать этот генплан, потому что он нарушает генплан 2002 года. Но это я считаю, что это спекуляция. Почему? Потому что генплан 2002 года никак не может соответствовать городу в 2022, да, через 20 лет. Мы все равно должны иметь динамику развития, и иметь через какое-то время изменения в городе, потому что совсем другие абсолютно тенденции и запросы наших граждан. Поэтому, поэтому я думаю, что тут больше идет спекуляция вокруг этого, да, потому что не дают возможности продвинуть этот план. Именно вот некоторые... Мнения, которые, на мой взгляд, считаю не совсем адекватными, потому что, я же говорю, подать в суд на, такое, на то, что он не соответствует решениям 2002 года, это уже говорит о том, что это заангажированное мнение, чтобы помешать продвижению генплана. А генплан должен, обязательно мы должны его принять, если чем раньше, тем лучше. Но пока вот идут такие вот и судебные, и споры, и общественности. Есть, ну да, понятно, есть какие-то, из... в генплане обязательно будут какие-то вещи, которые, допустим, общественность действительно хочет защитить. И это процесс работы. Но этот процесс работы можно было бы уже давно закончить, да? Потому что уже прошло время, как генплан был еще летом готов, и хотели его продвигать. Я думаю, что за этот год мы должны закончить генплан и его принять. Если мы его не примем, это будет большой минус Киевским. Київському совету і властям, о тому що опять будуть спекуляції вокруг этого. пане Ігоре. Можна поточнюючи запитання з цього приводу? От якщо зараз в нас немає генплана, працює ще старий, як у цій ситуації, от нам сьогодні були активісти? Вони кажуть, що насправді новий генплан не приймають здебільшого через те, що немає там, не прописано що таке зелені зони. Якщо це так, як захистити зелені зони у цей момент. Зміни, зміни генпланів, коли там новий з якихось причин затягується, старий функціонує за правилами 2002 року. Як захистити зелені зони? Ну я не пам'ятаю, щоб в генплані не були прописані зелені зони. Там є зелені зони, вони вже давно вони поставлені. Просто є, може бути какие-то спорні участки по зеленым зонам, де може бути. разработчики генплана там, в виде архитектуры видят что там нужно изменить какое то целевое назначение или же и, а, а в то же время, в то же время а, общественность кто то кто рядом проживает или общественность вообще которая защищает зеленые зоны они видят другую, другую сторону медали но тут нужно, тут нужно рассматривать и отправлять на общественные слушания и на какие нибудь в виде петиций или в виде каких нибудь других форм нужно просматривать все что хотят ли киевляне рядом возле, рядом возле этого где они живут действительно там иметь зеленую зону или например какую нибудь какую нибудь школу или что-то другое, да, потому что это, это очень важный, важный вопрос. Всегда мнения разделяются, как в политике, да. В политике одни э, за правых, другие за левых, да. Поэтому здесь такая же ситуация. А должен выигрывать тот, кто э, и нужно прислушаться к мнению большинства, потому что каждое мнение невозможно э, условно. Э, У честь, тому що у людей меняется мнение і є люди, которые его не хотят мінять. Вот на протяженні многих лет. і плавно переходячи в забудови забудови там зелених і Так далі, у нас днями э, тут в ефірі на вашому місці була Євгенія Кулеба, депутатка Ківради від слуги народу. Зокрема, вона э, говорила про совські ставки, а саме забудову їх. І звісно, громадські активісти стали проти, щоб не забудовували совські ставки. Втім, ми так подивилися, порозмишляли, і тут знаєте палка двох кінців, тому що насправді є ще й безліч інвесторів, які вже вклали гроші у забудову, але є е, сутичка у тому, що це забудова зелених зон. Позиція знов ж таки вашої фракції, ваша особиста. Як і що робити у таких конфліктних ситуаціях? Це совські ставки, екопарку Сокорків, Протасів Яр був колись, будь ласка. Ну, смотрите, я не могу говорить о фракции, потому что фракция, я не, не уполномочен на такие вопросы отвечать от фракции. Я могу сказать, и тем более, что у меня там есть конфликт интересов. И я могу сказать только собственное мнение, что каждый, каждый вот этот проект, который э, оспаривается, он имеет свою историю. Ее нужно, нужно смотреть с истории, из э, того момента, который, который э, произо, э, происходит. Если это о это один вопрос, потому что там все-таки... Э, ничего экологического, проблем никаких экологических не было, там просто вот был конфликт между жильцами и, и выделенной землей, которая там была, и действительно мог, можно там делать эко, экологический парк Косогорки, и это действительно ну, направление, которое, может быть, нужно поддерживать, я же я не, до конца не изучал этот вопрос, но что касается, что коснулось совских э, э, прудов, э, это, э, э, ну, во-первых, это не было в зеленой зоне, и даже в генплане прошлого, прошлого э, момента, потому что давно оно было выведено оттуда. И в генплане новом тоже это не зеленая зона. Почему? Потому что там был инвестиционный конкурс. Инфекционный конкурс был еще При Амельченко разработан. Город, город не, не в состоянии, это очень большие затраты, чтобы из, сделать зеленую, что-либо сделать в этом плане в самом Носовских прудах. И конкурс состоял из того, что из 19 гектаров 10 гектаров должно было быть парком и зелеными и, 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 и зелеными зонами и, и, и прудами оставаться. В конкурсе и 9 гектаров были на другие общественные нужды, которые существуют. Естественно, общественные нужды, которые существуют, это школы, это садики, потому что в этой зоне нет ни школ, ни садиков. И это прописано все в инвест-конкурсе. И, естественно, опять же мы возвращаемся к разделению мнений. Да? Вы говорите о том, что общественность против, но я бы так не сказал, сколько общественности против. Когда собиралась петиция на, за, на, на, по проекту, который был в инвестиционном конкурсе, и, по, и на отмену этого проекта, э, петиция в 10 тысяч голосов за 25 дней была собрана э, за то, чтобы реконструировать с парком, со школами, с садиками да, и с какой-то частью застройки, потому что инвестору нужно в любом случае где-то заработать деньги, чтобы это все облагородить, она была собрана за 25 дней. И этот... Петиция, которая была просто оставить в таком виде, как, ну, называя экопарком, это нельзя назвать экопарком, потому что там мы знаем, что все Коллекторы, которые идут с частного сектора, это канализации, выходят в, в данные совские пруды, уже 50 лет они не используются, ни 10, ни 5, ни 4, 50 лет. Я 50 лет назад купался там с мамой. Потом их закрыли, потому что коле... закрыли по сан... медицинскую сам... станцию, потому что туда спускались фекалии, и, естественно, появились болезни, люди начали болеть болезнями. Которые... Потом какое-то время еще ловили рыбу, после того, когда сегодня, наверное, если кто говорит, что там можно ловить рыбу, я не завидую тем, кто ее ловит, потому что э -э, в то состояние... Прудов, которые за 50 лет изменилось, а это искусственные пруды, это не озера. А, озера и пруды, понимаете, да, это рыбколхоз рыб, рыб был. Оно изменилось, и вот таким образом, а, там нельзя сказать, что это зеленая зона, и там можно гулять или находиться. Приглашаю всех приехать туда вот сейчас, когда потеплеет, по, 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 погулять минут 15-20, если выдержат человек, люди выдержат того, тот запах, который есть, они будут сам. А лишь, если да. там буду, будет будынок будинок, а, как же мешкинцы будут а, а, ну, во-первых, должен быть сделан коллектор. Без этого невозможно. Да? И коллектор, если это будет делать инвестор, инвестор будет, будет делать этот коллектор сам, да? и в счет этого самого. Чтобы сделать коллектор и парк, это нужно 800, Миллионов гривен где-то примерно подсчитывали стоимость этого всего проекта именно общественная школа, коллектор, парк и садики. Естественно, 800 миллионов гривен нужно откуда-то будет потом инвестору взять, чтобы покрыть эти расходы. Таким образом, у города таких на парке сегодня денег нет. Вот сегодня мы выделяли, выделяли, боролись очень долго за парки, да, но выделили всего 122 миллиона гривен на год. На год, на содержание парков. Это уже мало. Это очень мало. Почему? Потому что мы находимся сегодня в, в кризисе коронавируса. Кроме того, что, естественно, деньги, бюджет города такой же. Бюджет города собирается в деньгах. Но, смотрите, надбавки нужно сделать медикам. Минимальные зарплаты выросли, и, и, и другие, другие расходы выросли. Электроэнергия выросла, все выросло. И затраты стали выше. Чем, чем в прошлом году. Таким образом, откуда, но откуда было брать деньги? Конечно, берут деньги от таких вот проектов, которые и откладывают их на следующие годы. И еще лет 10 или 20, я думаю, что это состояние будет стоять, если туда не вложат деньги в инвестор. Потому что этого невозможно будет сделать. Если я понимаю, что часть, часть активистов действительно защищают. У них такая позиция защиты, это самое. но это меньшая часть, потому что, я же говорю, в сторону инвестора собрана петиция, 10 тысяч голосов и, и, и две громадские инициативы. Со стороны общественности собрана одна громадская инициатива. Понятно, что есть мнения разные, да, Можем, мы и должны прислушиваться к этому мнению. Поэтому, когда разрабатывался этот проект, в первую очередь... Прислушавшись к мнению активистов, инвестор зайдет на парк, именно на парк, и готовы подписать с городом и с общественностью такой меморандум, в котором в первую очередь будет сделан парк, школа, а дальше уже будет все остальное, чтобы многие очень люди ну, считают, что инвестор может обмануть их. Ну вот и поэтому, поэтому, это одна из позиций, которая очень важная для того, чтобы зайти на... Я вам скажу, я дуже велика перестрога, спостерегаючи на Осокорки Пузняки Харьковский, где дуже мало школ на квадратный километр в районе, где дуже мало парковок. Зараз навколо Південного мосту Мешканці ЖК «Зарічний» просто залишають просто на проспекті Бажана, просто на з'їздах. Тому острога дуже велика. І ви маєте це розуміти у громадських активістів. В нас є запитання від слухача да. Богдана. Доброго дня яку суму ви плануєте інвестувати у створення парку та побудову соціальної інфраструктури? Я так розумію, про в йдеться. Я думаю, я о цьому говорив, це десь 800 мільйонів гривень, це 300 мільйонів буде стояти школа. И э, коллектор будет стоить, по-моему, до, до 100 с чем-то миллионов. Да? Его на, без коллектора просто ждать, пока город это сделает. Но это, но это будет э, очень долго, потому что коллектор, который на Соломенском районе, там Голосевский, Соломинский район, уже делается в течение пяти лет еще конца. Имени. Я так понимаю, коллектор открытый там, да? Потому а, ну, что там ну, смотрит постоянно строится. А, сейчас часто через, через ливневки в пруды уходят все фекалии от частного сектора. Это было еще 50 лет назад, когда начали строить там частный сектор. И, и коллектора как такового нету просто. Поэтому его нужно делать. Нужно делать серьезный коллектор. ты а, вот, до Бортнинской Да, до Бортнинской. Да, ну, соединять ее с... И тогда смороду не будет. Тогда да, смороду не будет. Но, если начнется реконструкция нижних ставков, то будут ли силами города приводить в порядок верхний каскад ставков, пыша наша суббочка а вот Валентина? Очень, вот это очень хороший вопрос. Вопрос того, что существует верхний и нижний, нижний каскад совских прудов. И вот на верхнем каскаде мы в прошлом году, нет, два, два года назад, мы приняли решение на Киевсовете, что там будет парк. Там есть лесная зона и есть это самое. За два года туда не выделены ни копейки денег, потому что их нет. А уже решение есть, и там, там такая же ситуация, как тут много проблем и вот э, здесь есть инвестор но против него сопротивляется определенная общественность там ничего нету почему общественность не приходит не говорит не требует у города не стоит целыми днями возле городских ворот и говорят вот здесь был парк, должен быть парк, выделите деньги. Там это замолчали два года, это молчит и ничего не... Потому что там сделали парк, как бы выделили под парк, но это никогда... Когда он будет сделан, я думаю, что лет через 10, если будет такая возможность. У нас две холины лишаются до завершения Еще одно питання, встыгаемо от наших слушателей поставить. Пишем и Микита. Какую территорию будет занимать парк и какие гарантии вы можете дать, что вы действительно збудуєте парк? Мы готовы, как инвестор, подписать с общественностью и с городом очередное постройка парка. И пока не будет построен парк, мы не будем брать других документов на реконструкцию, на реконструкцию коммерческой недвижимости. От меня последнее вопрос, если дозволите. Давай, давай. Знову ж таки, ми живемо в епоху діджиталізації. Дуже багато може бути фейків, накидів, наклепів і так далі. Якщо, наприклад, активісти, які слухають цей ефір, де вони можуть ознайомитися з проєктом, який там планується, де саме можна територіально побачити, де буде парк. Будинок, школа, садочка. А, я не могу вспомнить. Есть сайт ⁇ Совские пруды ⁇ Пускай зайдут с господарник, сайт ⁇ Совские пруды ⁇ Это господарник, uh -huh. это, это компания. И, и там можно будет все посмотреть. Дякуємо вам на спасіорбаленко, депутат Київради від фракції ЄС, був сьогодні в студії київ ФЕМ у програмі в голос з нами з Олегом Борисом та І Я нагадаю, що якщо у вас є якась альтернативна думка, якщо ви хочете висловитися, будь ласка, радіостанція київ ФЕМ поводована для того, аби громаді пояснювати, поєднувати всіх не мовою ненависті, а мовою діалогу. Конструктивно спілкуватися місцеві мешканці, активісти, забудовниками з депутатами і так далі. Саме для цього ми і створені. Саме це є наша місія. Дякую, що були разом із нами. Це Київ ФМ. Це програма Київ Голос. Почуємо з вами вже завтра, починаючи з 10.30. Діма білавро, Олег Борисов. Дякую, що були разом. Із Не перемагайте,